Приветули, красотули! Продолжаем тему кабриолетов. На обзоре у нас Audi A5. Это очень яркий автомобиль, как я. Пока мы сюда ехали, столько лайков в потоке собрали. По технике здесь 2 литра, полный привод и робот. Давайте поговорим о фишках кабриолета. Здесь тканевая крыша. Смотрите, как сочетается рисунок на пленке с крышей. Для холодной погоды здесь есть крутая опция – теплый шарф. Вообще, назад в кабрик очень удобно садиться. И, кстати, здесь удобнее, чем в фокусе. Вообще, правильно ездить в кабриолете вот так. С этим экраном ничего не дует и ничего не летит в салон. Как итог, это очень яркий и кайфовый автомобиль. Еще больше кабриолетов в Boston Auto.